боксером я никогда не думал быть. До 6 класса я вообще к нему плохо относился. В 5-6 классе мои друзья, одноклассники ходили на бокс. Я на них смотрел так. Не очень, короче, я к боксу был. И так сложилось, что я сам и боксером стал. Дебют мой, я к нему готовился, можно сказать, 2 года. Было немного волнительно, но как-то неожиданно для меня он прошел очень быстро. Я закончил его бой, победив в 1-м раунде. Честно говоря, я не очень знал, как еще подчеркнуть то, что я крымский татарин. Тамгана всем известна, а люди, которые это не знают, я им объясняю и узнают. То есть таким образом я прославляю и даю возможность узнать о нашем народе. Крым – это моя родина. Я здесь не родился, но исторически и со временем вообще во мне так сложилось, что Крым – моя родина. Я пока не могу находиться много времени здесь, но в будущем, конечно, я хочу построить здесь дом, я хочу жениться, воспитать детей.